Здравствуйте. Я повар Ангелина из пансионата «Воскресеновка». Не все любят каши. Но как же сделать так, чтобы эта каша стала привлекательной, вкусной, аппетитной? И, конечно же, захотелось ее скушать. Оказывается, можно приготовить различные блюда с кашами. Один из видов таких блюд – это запеканки. Сегодня мы с вами приготовим гречневую запеканку, в состав которой входит гречка отварная 1 к 2, кэроп, манка сухая, растительное масло, соль, чернослив, ванилин, изюм, халва подсолнечная и вода. Также дополнительно потребуется банан и арахис. Итак, давайте приступим к приготовлению. Я думаю, это будет интересно. Берем большую емкость и складываем составляющие нашей запеканки туда. Гречка. Отварная гречка должна быть прокручена через мясорубку. Затем мы возьмем воду, добавим халву, ее нужно предварительно потереть на крупной терке или измельчить любыми другими способами. Изюм. Ванилин. Чернослив. Чернослив нужно тоже предварительно прокрутить на мясорубке. Соль. Растительное масло. Манная крупа. Немножко оставим манной крупы и немножко масла для подготовки противня потом. Кэроп. Все, мы все сюда сложили. Осталось только банан. Остался только банан. Банан мы чистим. И нарезаем любыми кусочками, какими нам понравится. Можно целыми кружочками, а можно кубиками. Я нарежу кубиками. В такие запеканки можно добавлять любые фрукты. Можно порезать яблоки, груши, айву и любые другие фрукты по вашему вкусу. То, что вам больше нравится. Так, у нас уже все готово к тому, чтобы уже сделать массу. И останется совсем немножко до того момента, когда мы попробуем эту интересную запеканку. Теперь смешиваем. Мне очень хочется поделиться с вами некоторыми моментами, что можно каши подавать другие, пшеные, овсяные, другие каши, которые, может быть, не очень кому-то нравятся, можно подавать в виде запеканок. Мы берем за основу любую кашу, добавляем манную крупу и любые-любые наполнители, которые нам по вкусу. В данном случае наполнителем является кэроп, чернослив, изюм, банан. В других случаях это может быть варенье, фруктовые пюре, сыры, сушеные фрукты. Может быть даже кофейный напиток сухой. И, то есть можно экспериментировать, что вам вот захочется, какой вариант запеканки приготовить. Бывают, получаются настолько удивительные варианты, что
Порой, знаете, даже что-то сделаешь и потом удивляешься, как же, оказывается, можно приготовить ту же пшенку, ту же овсяную кашу. Масса наша готова. Теперь нам нужно подготовить противень или форму для запекания. Мы будем использовать стеклянную форму для запекания. Ее нужно слегка смазать маслом. И посыпать манной крупой, сухой. Для чего это делается? Для того, чтобы потом нам было легче снять кусочки запеканки. Бортики тоже нужно посыпать, потому что там может быть присохнуть наша запеканка. Вот, я думаю, что достаточно. И теперь выкладываем смесь в нашу форму. Разравниваем хорошо. Запах изумительный. Мне ее уже хочется попробовать поскорее. И самый последний этап нашего приготовления – это будет оформление запеканки посыпкой. Но прежде чем мы ее, значит, украсим посыпкой, нам нужно разровнять ее поверхность. Можно не просто ровненько вот так вот сделать поверхность запеканки, можно фигурно. То есть ложкой мы делаем узор. Я просто немножко покажу, как вариант. Вот таким образом. Ну, это по вашему усмотрению. Все. У нас почти все готово. И теперь я хочу поделиться с вами вариантом измельчения арахиса. Очень простым, доступным и в то же время очень эффектно смотрящимся на изделиях. Для этого нам потребуется, целлофановый пакет, арахис очищенный, высыпаем в пакетик, завязываем, но не прям к арахису, а вот где-то с краешку делаем узел. Весь воздух должен из пакета удален быть. Разравниваем. Затем берем доску и на доске будем сейчас измельчать арахис. Но я хочу поделиться одним маленьким секретом. Для того, чтобы доска не скользила по столу, под нее нужно подложить влажную салфетку. Вот таким образом. Все. Теперь доска наша будет стоять на месте, и мы сможем легко измельчить арахис. Берем скалку и измельчаем. Периодически нужно поправлять, чтобы равномерно измельчился. Даже перевернуть пакет стоит. Можно измельчать до крупных кусочков или до очень мелких, по вашему желанию. Сейчас еще немножко, и будет готово.
Вот и все. Вот готов наш арахис. И теперь мы можем украсить нашу запеканку. Развязываем пакет. Или можно надорвать, так удобней. Наша запеканочка красивая. И вот еще более она становится красивой и привлекательной с арахисовой крошкой. Эту арахисовую крошку можно использовать очень широко в приготовлении для украшения различных десертов, тортов, пирожных и так далее. Вот и готово. Осталось теперь нам ее испечь. Выпекать будем при температуре 180 градусов 30 минут. После выпекания нужно дать запеканке остыть и только после этого резать. Так как готовится она у нас будет достаточно долго, но мне хотелось, чтобы вы увидели конечный продукт, что же у нас получилось, и оценили красоту и привлекательность, я приготовила запеканку заранее. Думаю, что это блюдо, оно также поможет в ваших домашних приготовлениях и украсит ваши столы. Запеканка гречневая с кэрабом. 4 стакана вареной гречи и 1 стакан чернослива пропустить через мясорубку. 100 граммов подсолнечной халвы натереть на крупной терке. 1 банан нарезать кубиками. Взять гречу, добавить 1 стакан воды, халву, половину стакана изюма, 1,5 грамма ванилина, чернослив, половину чайной ложки соли, 6-8 столовых ложек растительного масла, 2 трети стакана манки, 4 столовых ложки кэраба, банан. Тщательно перемешать. Форму для запеканок смазать маслом и посыпать манкой. Выложить массу. Сверху посыпать арахисом. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут. К запеканкам прекрасно подходят фруктовые пюре. Сегодня мы готовили гречневую запеканку, и я хочу предложить фруктовое пюре с вишней. Для его приготовления нам понадобится вишня без косточек, яблоки, банан и вода по необходимости. Прежде чем приступить к приготовлению этого пюре, необходимо яблоки потушить. В кастрюлю накладываем нарезанные яблоки, добавляем воду. И теперь тушим до полного смягчения. В зависимости от сорта яблок, время тушения может увеличиваться. Пока у нас тушатся яблоки, мы очищаем банан. Кладем в емкость, где будем взбивать пюре. Добавляем вишню. И затем нужно добавить тушеные яблоки. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Вода закипела, но, конечно же, нужно время, чтобы они притушились. Я предполагала, что у нас так получится, и поэтому заранее приготовила тушеные яблоки. Добавляем их в нашу емкость. И теперь можно взбивать пюре.
Взбивать нужно до однородной консистенции. И, кстати говоря, почему именно такое пюре мы выбрали? Вишня добавляет легкую кислинку. А так как запеканка сладкая, то легкая кислинка как раз здесь очень подойдет. Вот и готово. Что же у нас получилось? Красивый красный цвет. И такие пюре можно приготавливать с различными наполнителями. Здесь у нас была вишня. А как основа тушеные яблоки, банан, а может быть любые другие ягоды. К этой запеканке также подойдут пюре со смородиной, с клюквой и другими кислыми ягодами. А преимущество таких пюре состоит в том, что они без сахара. И поэтому могут во многих ситуациях употребляться без ущерба для нашего здоровья. Очень хочется, чтобы эти блюда обогатили ваш кулинарный опыт. Я уверена, что те блюда, которые сегодня мы готовили, придутся вам по вкусу. Приятного аппетита! Фруктовое пюре с вишней. 4-5 яблок нарезать и потушить с небольшим количеством воды. Соединить половину стакана вишни без косточек, один банан и тушеные яблоки. Взбить блендером.